Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю со мной порисовать гуашью. Нарисуем мы сегодня с вами двух китов. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится кисточка, гуашь, плотный лист бумаги белого цвета и спонжики на деревянной палочке. Берем спонж на деревянной палочке, берем гуашь белого цвета, синего, фиолетового. Смешиваем наши краски. Далее наносим нашу краску на плотный лист бумаги белого цвета. Далее берем спонж на деревянной палочке, макаем его в гуашь синего цвета, прикладываем к основанию. Далее берем кисточку, придаем форму. Рисуем хвостик. Закончили мы наш рисунок. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!